в майбутньому ще масштабнішою, можна взагалі керувати смартфоном. В соответствии с этим яблоко разделяется на различные партии, формируются партии и продаются в зависимости от потребности покупателей в разные страны мира. Также продаем данную продукцию. Стандартный взрослый яблоневый сад должен давать порядка 60 тонн гектара яблок. Когда он молодой, он вначале дает 15 тонн, потом 30 тонн, потом 45, в конечном итоге входит на 60 тонн с гектара. Но бывают, разумеется, урожайные годы, бывают низкоурожайные годы. Бувають навіть ситуації, коли можна зібрати 100 тонн за того яблуневого сада. Справа від мене ви бачите наш перший будиночок для комах. А, от це вблизі? Ще ж було.